ваш разум. Я заключила сделку с вами. Кто я и кто вы, чтобы мне вести с вами торг? Я благожелательно сказал вам несколько слов, чтобы оживить вашу вялую кисть. Я видела, что вы жаждете дружеского поощрения. Я хотела поддержать вас, как поддерживала сотни других. Если вы ослышались, если вложили в мои слова ложный и гнусный смысл, если совершили убийство ради той разрушенной, искалеченной картины, неужели вы в детском безрассудстве хотите свалить вину на меня? Опомнитесь! И будьте мне благодарны, если вы не слишком желали быть такой добродетельной. Будьте мне благодарны, потому что я поставила вам на высшее испытание ваших сил. Вот, вот и все. Вы втравили меня в беду, в отчаянии, поселили меня покой тела и души, приводили меня в колено. Я вас не понимаю. А теперь стоите, бежим от холодной и сворот, его любовь не сделала лучшей. Ты издеваешься. Вы с ума сошли. Вот что вы мерещится. Вы считаете себя художником. Я поддержала вас, как поддерживала сотни! Если вы разрешите мне высказаться откровенно, я предпочел бы, чтобы картина была не такой. Не такой, не такой, не такой, не такой! Сотни других! Чтобы из-за нее мы разрешили обвиняться на грамотный смысл! Как вы разрешили это убийство! Ты еще в словах, из которых видно, что вы совсем цен. Какой играли? Да! Минуты меня! Опомнитесь! Будьте мне благодарны. Я вас не желаю. Если не было бы смириться, когда ты хотя бы за то, что я вас звала. На высшее! Ты поврежден! На высшее! Сильно! Да как все имеете? Вы, родители, это может быть. Я была бы вам любить. Какую силу вы будете, чтобы я влюбила? Старец великий муж, он старая мол. Переделал время. Пустили вашу землю.
бедный Боря. Он не пролил белого платья. Я грозил. Внизу. Землянчик. Туда, где он взял меня. Искусство. Уверенно. Будет страдать. И с улыбкой. Принцесса. Ни о чем не спрашивай. Я не создана для сострадания. И мне претит, когда меня бросят. Тиара, Рим и весь мир в его руках. Нет, потому что он переделывал государства, народы по своей воле. Он не грозил Бенвенуто, не просил, не клячил. Он взял меня уверенной с улыбкой, ни о чем не спрашивал. Папа, говорят, умирай. Именно потому я и пришла к вам, Бенвенуто, чтобы проститься. Я уезжаю сегодня в Рим с мессером Исааком, врачом. Вы покидаете меня ради старика, лежащего на смертном одре. Я шепну его отлетающей душе любви.